Выглядеть стильно должны не только ценители моды, но и учителя. С таким тезисом ульяновские дизайнеры представили свое видение гардероба современного педагога. Фойе Ульяновского государственного педагогического университета превратилось в настоящий подиум. Ульяновские дизайнеры и стилисты поставили для себя амбициозную задачу – показать, как преподаватели могут выглядеть модно и актуально. Педагогическому стилю посвятили не только показ одежды, но и теоретическую подготовку. Преподаватели побывали в роли учеников и прослушали лекцию дизайнера Ирины Маловой о том, как и почему гардероб современного педагога должен соответствовать стандартам моды. Как ученики мы визуально смотрим на учителя, и он должен соответствовать трендам, да, и сегодня сказать, что учитель должен быть модным, стильным, актуальным, потому что молодежь, они чувствуют, они уже родились в этой атмосфере, а мы все-таки должны учиться. Мы должны учиться, как одеваться, как выглядеть модно, стильно, как разговаривать на одном языке с молодежью. Кроме трендовых образов для учителей, на выставке была показана авторская коллекция Ирины Маловой, с которой она принимала участие в показе на Миланской неделе моды.